представлены ресурсы, которые генерированы нашей библиотекой, были представлены ресурсы по педагогическим технологиям, вообще образовательные ресурсы в открытом доступе, те ресурсы, которые нам доступны по базам, которые мы купили, по информационным продуктам, которые мы купили. И, конечно, были представлены ресурсы Ассоциации региональных библиотечных консорций, то есть тоже образовательные ресурсы этой ассоциации. Интерес вызвали практически все презентации, и исходя из того, что после завершения наших презентаций наши коллеги попросили их презентации сразу, и списки литературы по педагогическим технологиям, которые мы загодя им заготовили, была представлена еще огромная выставка, около 300 изданий. Это издания украинских и российских издательств по педагогике и педагогическим технологиям. Эта выставка продолжает работать и сегодня, еще до конца дня она будет работать. Если кто не успел ее посетить, пожалуйста, мы оставляем ее и на завтра, на первую половину дня, пожалуйста, можете еще заглянуть на эту выставку. Мы по заказу можем повторить ее на любой из кафедр, которая сочтет нужным посмотреть очень внимательно эту литературу. Также были представлены и новинки книжного рынка. То есть та литература, которая еще не приобретена для библиотеки, но тем не менее есть возможность ее приобрести, поэтому преподаватели и все участники могут дать свои положительные или отрицательные оценки тем изданиям, которые представлены. Ну и самой большой похвалой, наверное, было то, что когда мы завершали уже свои презентации и уже обсуждали некоторые вопросы технологические, технологии электронной доставки документов и весь сервис, который может предоставлять наша библиотека, наши коллеги из других библиотек, которые тоже присутствовали вместе с нашими преподавателями, нашими читателями, они сказали, хочется выйти и сразу начать что-то еще самим делать. Я думаю, что это самая большая похвала тем презентациям, которые у нас были. Все наши ресурсы доступны не только нашим читателям, не только ученым и студентам ХАПЭИ. Мы их открываем абсолютно для всех ученых, для всех студентов города, по единому читательскому билету. Любой человек, который работает в науке, образовании, в культуре, может прийти к нам с читательским билетом в своей организации, мы его обслужим абсолютно бесплатно. Наши ресурсы доступны абсолютно всем. Используйте их, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое.